Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про сплит-систему LG Mega Plus P09 и P2. Рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Под видео в описании вас ждет подборка ссылок на магазины с лучшими ценами. Не забудьте поддержать канал лайками и комментариями. Изящный и современный дизайн органично впишется во многие интерьеры. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков. Кондиционеры LG отличаются более простой установкой. Благодаря современным инженерным решениям сокращаются трудозатраты и время монтажа. Инверторный компрессор LG решает проблемы, связанные с недостаточной производительностью и шумом, в результате чего кондиционер охлаждает помещение быстрее, работает тише и служит дольше. Благодаря 10-летней гарантии на компрессор преимуществами кондиционера LG можно пользоваться дольше. Инверторный компрессор постоянно регулирует свою скорость работы для поддержания оптимальной температуры в помещении. Технология Dual Inverter экономит больше электроэнергии, нежели обычный компрессор. Запатентованная технология Goldfish эффективно защищает теплообменник от коррозии и обеспечивает более длительный срок службы системы в целом. Главное в нашей жизни – комфорт. Бесшумная работа кондиционера является одним из самых главных критериев для его выбора. Поэтому LG Mega Dual обладает низким уровнем шума. В новом Mega Plus используется технология JetCool, которая позволяет охладить помещение в течение 5 минут. Работа LG Inverter Plus в режиме интенсивного нагрева позволяет эффективно нагревать помещение в переходный отопительный период – время года, когда система центрального отопления не работает, так как температура наружного воздуха уже достаточно высокая или недостаточно низкая. В большинстве регионов России это октябрь и апрель. В зависимости от количества людей в помещении вы сами можете выбирать производительность кондиционера. Такой способ позволяет экономить электроэнергию и не использовать всю мощность тогда, когда в этом нет необходимости. С функцией активного контроля энергопотребления LG Active Energy Control вы можете выставлять расход энергии самостоятельно на 80, 60 и 40%. Управляйте эффективностью охлаждения и снижайте расход электричества одним нажатием кнопки. Умная диагностика позволяет пользователю проверить настройки кондиционера, а также описание неполадки через смартфон. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Пульт не на русском языке. Минимальная температура 18. Нет возможности отключить звук. Теперь перейдем к положительным. Дизайн. Внешний блок бесшумный. Нет вибраций. Недорого стоит. Охлаждает нормально. Элементарное управление. Диагностировать можно через смартфон. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Уделите немного времени обратной связи, поучаствуйте в обсуждении в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».